Так, чатик, в этот раз без всяких прихуюшек и так далее, чисто по-быстрому сейчас лысею и следующую катку стартую, понятненько? Лысому стримеру лучше? Я, кстати, сам к лысине уже привык. Спустя столько стрижек не на... лучше, вообще не. Спустя столько стрижек на лысо, я уже, ну... смирился. Да. Сними с меня, у меня нос чешется. Краты хомяки, краты хомяки, краты хвоя войдет в века. Все, стример снова лысый, ты доволен? Вот оно. Буду челленджи давать, так сказать, лысого гонять. Во, смотри, Стич, видишь? Это если что, он на 3D-принтере напечатан. И я его раскрасил как раз. Так же, как вот, это, вот этот шлем. Я сейчас разные покраски. Не, подожди, я просто обязан посмотреть, как я выгляжу. Ну. Не, ну лысым посолиднее выгляжу в очечках так-то. Таки да. А если в других очечках? Во-во-во-во-во. Отлично. Эргономичная течь одел. Ну чё, Рубенчик? Ну Рубенчик-то хотя бы выиграю. Хотя на Рубенчике я только проигрываю в основном. Ёптить, против меня пидорная антимагия. Так, а мне... У меня клиент ждет твоей мусорки? Да нет у меня мусорок. Я сейчас печатаю крепление для бутылки, понимаешь? Для бутылки на... Сколько? 12 побед подряд на Миране? А, для велосипеда, короче, на эту, на вилку. Так, ребятка, вы меня часто спрашиваете, а где записи стримов смотреть? Так вот, я создал Boosty и выкладываю теперь записи там. Они бесплатные, не нужно туда донатить. Но если есть желание поддержать стримера, то такая возможность есть. Ссылочка на Boosty в описании. Yes. Тик-так. Приготовьтесь к битве. Блин, надо что-то с антимагом думать. Типа, как мне сделать так, чтобы я на Рубе не мог отхуярить антимага? Ну, чисто в теории. Вот это реально, че не? Без надавания. Или да. Можешь упороться к хуям, ну типа через момчик с... Ну, блять. Настолько плохо, что для всего нужно крепление? Да нет, просто я там сумками свой велосипед обвешал. И крепление для бутылки, короче, оно сумкой занято. И я смоделировал крепление, которое будет крепляться, крепиться специально на вилку. И все. Типа, почему нет? Scale 75, а что это такое? Бляха-муха, что взять, что взять, что взять, что взять, что взять. Я хочу через руку отыграть в этой игре, прям очень хочу. Битва начинается. Краски для фигурок? А, нет, такой не пробовал. Я через брендовые краски не особо пробовал. Я просто приезжаю в Леонардо, набираю там всякие краски, тестирую, какие нравятся, такими и крашу. Я даже не использую краски, которые специально для моделей используются. Я обычную краску какую-то беру, акриловую. Только я нихуя не понял, почему... Есть же краска звезда, типа русский производитель, который... делают специальные краски для раскрашивания моделей. Я не понимаю, почему они стоят так дорого. Типа 200 рублей за такую... Блядь, я сейчас покажу. За вот такую вот писюшку, вот. За вот эта вот писюшка 200 рублей стоит. Пиздец. Я за 200 рублей могу вот такую вот хуйню купить огромную. И мне там краски хватит, чтобы я покрасил все. И оно по качеству даже лучше будет, чем эта звезда. Но непонятно, что она так дорого стоит.
вообще? Да выебываешься на грин нахуй. Yes. Нормально там агру показал, кто здесь главный, конечно. О, мисы подъехали. Опа, опа, опа. А чё он не умирает? А чё он не умирает? А, всё. Я ж думал, всё. Дядя, за шо горелка нахуй? Я ж умру. Блять, умираю, нет! Да не, живой, нормально. Да где мой урон, мать его? Дай урона, игра. Крипа добить хочу, во. Так, живой вроде. Ага, за руны пошел. Блин, вот я вроде бы один раз его убил, вроде бы радоваться надо, а вроде бы, ну... А толку от того, что я его убил, ну... Ему вообще похуй, он жирная гнида нахуй, бегает с двумя брейсерами, радуется жизни. Ля, дядя Огр, только не бей, ладно? Да я сказал, не бей. Я тоже таким жирным быть хочу. Ладно, крепочки вроде добиваются. Ну нахуй. Я сейчас злиться буду. У меня жепа из андератак. Почему эхо? Все, носок на месте, можно руну забрать. Отлично. Я все думаю, как Рубика через физику собрать, чтобы по щам, если что, антимагу надавать, но... Тут же не только как бы антимагу по щам надо давать, тут еще и игру надо давать, помимо всего. Там еще у Мираны 12 побед подряд на Миране. Что-то как-то, сука, складывается не очень хорошо эта игра, по-моему. Ему немножко похуй на меня. Ну ладно. А нахер я пришел тогда? Ладно, будем считать, что я просто кнопку спиздил. Вашу верхнюю... А, нормально, я рейнджа не ударил. Так, телега, телега, телега. Это что такое? А, нормально. Конечно же ты замультикастишь эту хуйню. 5 ботинков на Рубика? А зачем? Да я сейчас гнию к хуям. Ой, я знаю, куда надо идти. Я пойду у них руну спизжу. Не, сначала вот тут руну спизжу, а потом пойду у них руну спизжу, а потом у нас руну спизжу. И все, внезапно поумнее на миллион опыта. Прекрасно. Я надеюсь, они не мега мозгичи и не успели там. Нет, крепочки не надо, блять, они умные. А здесь тоже спиздили? Не, ну ладно, тут хотя бы есть. Меня калит то, что Огр просто стоит и фармит, а я не могу ему помешать. Пойду Жакира тогда хотя бы захуярю. О, Жакира захуярился, неплохо. Нормально, нормально. Ты должен во время этой песни сидеть в очках квадратных. Верегон? Ну, они не квадратные, ну ладно. Так и быть. Он меня сейчас может взорвать, кстати. И спасибо огромное за соточку. Да что? Надо наказать этого антимага. Вот что он тут делает, а? Вот что ты тут делаешь? Он меня убьет сейчас.
Можешь меня манго засунуть, я его ёбну. Центральную башню атакуют. Оп, спасибо. Огр все это время фармит. Понимаю. Я все равно хуйню словил. А, она замакшенная, кстати. Неплохо, можно сейчас попытаться. Страшно, очень страшно. Что такое? Я даже не понимаю, какой настоящий. Но он мега жирный, мы его не пробьем. Вашу центральную башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Yes. Ему пол ебучки кое-как сгрыз. Это все, на что я был способен. Больше у меня тупо сил не хватит. Руну спиздили. Ой-ой-ой, ты хуй тут делаешь? Ну-ка, страшно же. Тут огр еще обходит со стороны. Блин. Я тоже так хочу. Ны. Я так-то разгоняю сикера, когда бью огра. Чем ты меня стопишь, брат? Тебе хотя бы отжопку дать. О, пошло. Сейчас. На нахуй. Горелочка на двух залетела по красоте. Ой, отлично! Вот это я вовремя. На Энигме просто лучший. Не, ну, кстати, без рофлов реально, когда ты лысый, у тебя энергии больше уходит, потому что лысина, она очень много тепла выпускает из головы. Энигма не лысый, в смысле? Энигма как раз-таки лысый, поэтому он сильный. Навалил соляра как раз-таки. Рубен вон тоже лысый. Сикер тоже лысый. Только один папич вроде не лысый, и то непонятно, на нем шлем одет. Вашу верхнюю башню атакуют. Куда? Ты, блядь, выйди из инвиза, заебал. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Но он должен неплохо так подгнить. Свои сооружения. Да. Не, ну ладно, пока я таким образом антимага убиваю, я могу не бояться то, что он раскачается. Но это как бы до поры до времени, он все равно раскачается. Ты что наделал? Ты как посмел, слышь? Еще на единичку кнопку в конец. Туда не пойду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Там засада на хайграунде. Я прям жопу чую. Поднялся и умер мгновенно. Блин, а че он максил-то? Ешку, что ли? По-моему, ты не за тем пошел. О-о-о! Кто-то слишком жадный. А есть ли смысл пытаться его все пробивать? Но он же просто мега жирный. Ну охуеть, а как его пробивать-то? Только тактично разминать вот так вот и все. Я бы горелку угнал. Опа. Иду. Мужик, не поверишь, танк это... Убить любой ценой. Сука! Блин, Энигма чуть-чуть не хватило. Прям вот миллиметрика не хватило, чтобы еще Шакира цапнуть. А мне, я слишком жадный, надо было развернуться и уйти. Я сейчас стрик потерял. Кому я стрик отдал?
Так, а, меня разделили, получается. Да, меня разделили. А, ну Сикер его убил в итоге. Купич? Помощь вниз, парни, парни. Бегу. А? А. Они неуязвимость включили, они не контрится. Это что за хуйня? Ну ему хана, ага. Залетный какой-то на агре. Че это? Можно и Мирану попробовать цапнуть. Если здесь никакого вишена нету. Надо тавр бить, мужики. Нельзя затягивать игру. Нихуя себе, кто-то это понимает. А мне типа не нужна шмотка, да? Надо ее в ебеня отправить. Понимаю, понимаю. Нахуй это ваша шмотка ебучая. И где он? О, нихуя, ты что делаешь? Меня больно очень... Бью! Подошел? Захуярил, как будто так и надо. Что тут имеется? Ага, ага. Не, ну ладно, я тут тогда буду так собираться. Игра пока позволяет через кнопки играть, буду через кнопки играть. И доедали, чтобы потыкаться. И это я умею. Стример купили, да. Ладно, куплю. Чтобы всяких пичупидоров тыкать, это... Пипред, пипста, пивля, пью, пипчупидо, пивка. Пичупидо, пичупидо, пичупидо. Паркируешься, ебло. Пиу, пира, пина, ш... Пиупи, что пяпи, не пил, пиша, пита. Давно пичупидора не слышал. Пипчу, пивля, пью, пипче, пилёпинка. Пичупидо, пичупидо. Ну, Патрич там Т2 ломает, пока как бы время зря не теряет, нормально. Пиу, пира, пина, ш... Пичупидо, пичупидо, пичупидо. Аганим готов. Че ты за еды? Это пичупидор язык. Миша спрашивает, ты че, пидор? Все, почупидорили и хватит. Где мой аганим? Ура! Ой, кажется, я поспешил немножко. Поторопился чуть-чуть. Ну ладно. Ну нихера я бабла сейчас зарубил. Ладно. Стой. Верни, продай хуйню. Чё ты купил? Какую-то хуйню купил. Дагер, купи. Фу ты, блин. Ну, чисто я на стриме купил хуйни и рад. А кто все деревья порубил? Тут просто можно попытаться понадеяться как бы на... Дагер антимага, но антимаг не всегда будет в замесе. Так что лучше я свой дагер куплю, а потом себе шарт выбью. Какой дагер? Вот после дагера можно и доедали купить. Че там папаня поломал вышку? Ну, кстати, нормально так грызет, мне понравится. Надо антимагу тоже вышку поломать. Антимейдж. Антимейдж. Не, блин, это антиочкошник какой-то. Куда ты цебался опять? Ну-ка, дерись как мужик.
Где этот анти-очкошник? Кто тут, алло? Смотрите. В инвизи подкрадывается, понятно все. Я слышу звуки Блэк-холла. Мама мия, что происходит? Ладно, пока этот анти-очкошник очкует, можно и пофармить. Ой, пофармить. Силы куда идем мы? Куда идем? А куда идем? Смотри. Хоч-хоч! Хи-хи-хи-хи. Ну а нахуй. Оба! Ля, чё? Блин, капец, рубль мега маневренно становится с двумя блинками. Дейдалик не собрал, да соберу. Мне ж не сказали прям сейчас собрать дейдалик. Во! Теперь вообще максимально укомплектован. Где дейдалик? Его собираю дейдалик. Будем тыкаться. Кого я вижу? Слышь? Не благодари, мужик, не благодари. Блин, нужно снова даггера угнать. Охуенная тема. Я могу всю карту, по сути, перепрыгнуть и даже не напрячься. Бля, на папа не просто лучший. Бахает прям как надо. Немножко опасно я сейчас стою. Опа-па! А почему стрелу не угнал? Она же стрелу шмаляла. Эо, нахуй! Мне стрела нужна. Опа. Я сюда пойду, пожалуй. Так, стоп. Криты по 300. Антимаг, будем тыкаться? Хоп. И дёру даем. О! Ля ты! Они в инвизе так-то страшно. А, можно нам эту макропиру угнать. Блин, я бы не отказался. Это не макропир, он тоже пойдет. Пупич! Давай, крит! О, я кританул. Ладно, так тоже пойдет. Блин, не поверите, мана кончилась. Там на меду вышка еще есть. Блин, чат, какие-то странные вещи происходят. Походу, лысина придала мне сил, а не наоборот. Обычно, когда меня на лысо броют, у меня внезапно скилл ухудшается, а сейчас прибавился. Центральная башня противника разрушена. За близнецов. Просто машина на стримере. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, блядь, мана кончилась. Подожди, я вернусь, ману восстановлю, подожди. Ще. Надо копеечки сначала дофармить, на базу сгонять, и я вернусь обязательно. Убийца-киллер, спасибо за соточку. Блин, где мана-то? Опа, а вот и все. Я купил дейдалик, ты доволен?
Блин, здесь все хорошее, мне все нравится. Не, ладно, раз я аж с руки начинаю тыкаться, надо тогда вот это покупать. Это что за хуйня? Это что оно себе позволяет, блядь? Ты что нахуй делаешь, блядь? Слышь, пес, будешь выебываться, я тебя покрошу. Бежит, блядь. Так, он меня видит, это плохо. А еще и тройной выдал. Плакончик, ебаный камень. Боже, как красиво, я хуею. Ты, кстати, видел, ты видел? От меня Тимак убегал в ужасе, потому что он понимал, что я его доедаликом затыкаю. Физенигма разрывала жепу, ну и когда на Физенигме играл, я выиграл. Блин, даже еще один доедалик купить захотелось. Давно ты так еще здесь? А где он? Мне надо Дейдалус. Хочу Дейдалус. Ну, крытые все еще такие себе. Не солидно, не солидно. Я по себе посолиднее видел. Тимак бабочку не покупает? Нет, нет. Эу, еще и забачил меня, ё-моё. Ладно, с Агром пока не воюем, что-то какой-то сильный дохуя. Все, выйдем, парни. Надо. Надо было бежать, пока не поздно. Кто не пушит? Ой, не туда. Я пойду в топ. Меня Огар очень сильно раздамажил, я очкую немного. Вы особо не делитесь. А муж это Рошана-то вот, а теребонька. Бля, я тупо могу по карте так перемещаться бесконечно. Лежал. Ух ты. Блин, у него лотар там был, насколько я помню. Так, подмога нужна. Абсолютно. Ага. На нахуй. Ба ты зараза, все-таки смог меня ёбнуть разочек на антимаге. Так-то нихуя денег он сейчас заработал. Папаня, захуярь его за меня и за Сташку, давай. Верхняя башня противника разрушена. Верхние казармы противника разрушены. Давай так этого антимага. Победили силы тьмы. 13-3-13. Да-да, это я. Victory! Не, ну неплохая каточка так-то получилась.